Всем привет! Добро пожаловать! Я наконец-то добралась до леса. Я на самом деле... Тут такой запах просто невероятный. Прям дышать так классно. Я на самом деле вышла... Тут немножко грязновато, потому что дожди шли. На самом деле вышла за хлебушком. Потом такая вышла, думаю, погода хорошая. Ну... Не пасмурно, ничего, но солнышка нет, а так, в принципе, тепло. Думаю, пойду погуляю. Вот, и на самом деле я уже хожу, наверное, минут 30. Вот сейчас... Ой, еще дойду до определенного места и обратно. Тут такая красота. Ну, просто вообще. Вот. И птички чирикают. И на самом деле, вот я пока шла, встретила вдалеке только одного человека. Ой, так здорово тут. Скворечник. Очень здорово. Прям, а вон еще впереди идет кто-то. Очень красиво. Я так замечательно погуляла, и сейчас хочу собрать небольшой букетик. Здесь такая погода, такой воздух. Вот, ну, казалось бы, Лиза, что ты дома сидишь? Ну, выдели хотя бы полчаса в день. Мне до леса 5 минут. Хотя бы просто ходи шаги на шаговый, да, ну, про похудение и вообще, в принципе, здесь свежий воздух. Нет, мне некогда. Сама на себя вот хожу сейчас и злюсь. Неужели мне жалко вот эти какие-то полчаса для того, чтобы просто походить, вот посмотреть на вот эту вот всю прекрасную красоту. Я прям не могу. Здесь так классно. Это знаете, как у меня подружка жила вот в школе жила, прям вот ее дом и следующая школа, то есть 30 секунд. Она приходила самая последняя. Ну, из разряда того, что если у тебя что-то рядом, ты туда очень редко ходишь. По крайней мере, ну, как-то так. Вот. Тут так красиво. Сейчас, в общем-то, хотя мне уже надо бежать, но я такая думаю, ладно, опоздаю немножко. Вот, сейчас немножко пособираю букетики. А, я сейчас такая шла, представляете, первый раз в жизни на меня такое, что на меня зарычала собака, причем чуть ли не кинулась. Первый раз в жизни. Я вообще собак люблю, вообще животных люблю. А тут я вижу, я к ней подхожу, но на поводке. Здесь очень много собачников. Я к ней подхожу такая, и, ну, буквально 2 метра осталось, я смотрю, она уже так, знаете, ну, оскалилась, и прям раз так, ну, как бы немножко. Вообще, первый раз у меня такое в жизни, чтобы собака на меня... О, страшно, в общем, было. Ну все, я выхожу из леса, набрала букетик.
Я нашла единственный минус. Мне кажется, я вся в паутине, в жуках, паучках и так далее. Ой, прям вообще, мне кажется, у меня на глазах паутина прям висит. Всем еще раз привет. У нас следующий день. Мой букетик завял. Но я воды не наливала, я даже не знаю, надо было наливать, не надо. Он вчера так красивый, такой пушистый стоял. Вот. Вчера хотели поесть крабов. В общем, отварили крабов. Начали, короче, есть. Они такие соленые. У меня чуть глаза из орбиты не выпали. Собственно, пока я их еще 10 раз промывала от этой соли, мы, в общем, расхотели. И сегодня я приготовила, знаете, как в сливочном соусе, вот с крабом. Получилось 4 порции. Очень вкусно, конечно, вообще очень вкусно. Нам очень понравилось. Я хочу сейчас... Смотрите, что мне подсунули тут. Старую кукурузу. Вот. Вот эти 3 молодые. Ну, вот это такая уж. Не очень. Вот эти... Ну, в общем... Не знаю, хотела я на самом деле для заморозки. Не знаю, что делать. Но вот эти 3 по-любому я заморожу. Разделю вот так напополам. А вот с этими даже не знаю, может просто ну, эти, саму вот эту вот снять. А просто добавлять потом куда-нибудь. Вообще хотела сейчас еще отварить. Отварить или в духовке запечь. Ну, даже не знаю, что делать, если честно. Сейчас подумаю. Подсунули, блин. Что у меня получилось? В общем, 3 молодых я вот так вот замораживаю. Ну, мало, но что есть. Одну старую я вот сняла с нее вот эти вот саму кукурузку. И 2 вот эти старые. Да. Я хочу сейчас приготовить. Вот захотелось мне кукурузу. Наверное, в духовке запеку с маслечком. Или посмотрю какой-нибудь рецептик. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Но кукурузу прям хочу, захотелось. Ну, как-то так. Хотелось бы, конечно, побольше. Мне кажется, зимой как будет вкусно кукурузку. Ай. Потому что я помню... Нет, точнее, я не помню, но знаю, что дорого стоят вот такие вот упаковки вакуумные, вот такие вот 2 штучки. Дорого. В общем, я отварила кукурузу, знаете, хотела, на самом деле, я ее запечь, но думала, блин, сколько запекать, я не знаю. Я помню просто из детства, что старую кукурузу надо варить 2 часа. И я ее отварила, посмотрите, как они набухли. И даже нету вида старой кукурузы. Смотрите, прям вообще 2 часа, в общем, я варила без соли. Вот, она безумно вкусно пахнет. В общем, на ужин приготовила картошку с грибами. Я тоже буду есть. Тут есть, конечно, масло, но все равно я буду есть. Вот, и сделала еще салатик. Вот, но сделала 1 порцию, муж говорит, я не буду. Вот, а я прям сейчас... 3 блюда. Вот. И вот это вот, наверное, останется на завтра на обед. Или я, может быть, мужа переложу на обед, как на обед на работу. Ну, не знаю. Или на ужин останется. Вот. Не знаю, в общем. И арбуз порезала. Такие тут большие очень косточки. Прям такие большие. Но арбуз не очень сладкий. И опять он здесь. Тимош, тебе тоже положить покушать? Ох, господи. Вот. И что ты отряхаешься тут? Вот. В общем, всем, кто кушает, приятного аппетита. Нам тоже приятного аппетита. Сейчас хочу разобрать свою сумку, свой кубышек. Мне так не нравится, когда вот сумки, особенно маленькие, вот так вот набиты, видите? А это у меня получается... Почему она набита? Я вот не знаю почему, но я это заметила тогда, когда у меня окно открыто, что-то там делают. Когда у меня появились ключи от машины, документы от машины, и она стала вот такой набитой. Я терпеть не могу, когда сумка вот так набита. Это у меня Tommy Hilfiger. Покупала я ее, ну, в Америке, соответственно, за $16. Где я такую себе в Москве куплю за $16? Я вот начинала, ну, сейчас вот смотрела сумки, да. Ну, если покупать, у меня, ну, как бы бзик на то, чтобы у меня вот сумка должна быть хорошая. Вот. Короче, мне так не нравится, что она набитая. Больше спортивных сумок у меня нету. Ой, ты, господи, пришел. И, короче, хочу сейчас разобраться вообще, что у меня тут в сумке в итоге. Ключи. Тебе что тут надо? Документы на машину.
Так, это я уже забрала. Естественно, салфетки влажные. Пачпорт. Салфетки не влажные. Вот одни надо убрать, походу. Резиночку на всякий случай. Куда без нее? Ручка, ключи. Ключи от гаража. Кстати, сейчас в гараж поеду. Вон, видите? Собрала пакет. Сейчас в гараж быстро еще вот это вот отвезу. И сегодня еще вот соберу. И так вот каждый день, там через день буду отвозить в гараж. Вот так вот потихонечку. На самом деле не тяжело. До машины дотащу. Она у меня здесь, ну, рядышком я умудрилась поставить. Так, привет. Привет. Тимоня. Вот он любит вот так вот, когда я разбираю сумку и вот бумажку нахожу вот так вот, да? Котопёс. А еще иногда приносит эту бумажку. Так, деньги, карточки. Вот это, кстати, надо в машине оставить. Это для брелка, если что. Жвачка. Есть там? Есть. Жвачка. Деньги. Крабик обязательно вот сюда надо прицепить. И мелочь. Мелочь. Ну, как есть. Что тут еще жвачка? Еще. А, это половиночка. Так. Так, так, так. Маска. Грязная. Перчатка. Тоже грязная. Ой, я когда пришла... Девочки, кстати говоря, вообще это кошмар. Так, видно меня? В общем-то, девочки, это был... Я когда, во-первых, пришла в стоматологическую поликлинику, меня заставили одевать маску, перчатки. Я там кучу бумажек заполняла. В этих перчатках вот таких особенно. Вот таких вот. Ничего неудобно. Все скользит. Я как одна там, знаете, такая тишина. И я в этих перчатках пытаюсь заполнить бланки вот эти вот стоматологии своей. Это первое. Было неудобно, короче. Второе. Представляете? Это просто, я вчера, по-моему, заметила. Я же сходила зуб вырвать, да? Короче, она мне не... Такое качество, но не хочу пересаживаться. Качество не очень, потому что надо, наоборот, цвет, чтобы на тебя был. Она мне не весь зуб удалила, девочки. Я такая, знаете, вчера или позавчера, я не помню, короче. Такая, думаю, что-то царапается. Короче, походу, она мне не все удалила. Причем, когда я такая уже сидела в кресле... Ну, блин, она всю жизнь мне удаляла, не знаю, она как бы, ну, нормальная раньше была, не знаю, вот. Сижу такая в кресле, она говорит, сейчас я у тебя остаточки тут уберу, и все. Буквально вот 2 секунды, что-то она там вытащила, все, говорит, готово, иди. Типа, я говорю, о, отлично, все, отлично, типа, не больно было, все, пошла. И я когда выплевывала, простите за заражение, у меня там столько остаточков было, как-то небрежно. Она еще такая веселая в тот день была. Вот прям вот я ее никогда в жизни такой веселой не видела. Но как бы нормальная. В итоге я сейчас, значит, звоню. Хотела сегодня съездить, ну, чтобы доделали мне. Если еще, не дай бог, мне придется платить еще раз за, ну, анестезию. Как бы, да, я не знаю. Короче, она уволилась. В этот день, когда я у нее была последний раз, она работала последний день. Вот почему она была такая веселая. А я думаю, блин, такая она веселая. О, смотри, смотри, смотри. Ну, ну, иди сюда. Ну, давай, играй бумажкой-то. В общем, вот так вот мне удалили зуб. Представляете? Короче, недоудалили, и сейчас другой доктор. Он сегодня не работает, типа, он завтра будет. Я вот поеду, короче, завтра, наверное. Так, ладно. Будешь играть? Или ты на камеру не играешь? Короче, вот что у меня в сумочке. Сейчас я пойду ее вытряхну. И мелочь я собираю в корзинку там большую. Потом накоплю себе 1 000 000 из мелочи. И куплю что-нибудь. И вот здесь вот надо что-то как-то положить нормально. И маску не забыть. И перчатки, кстати, тоже.
Ну что, я, конечно, убралась, но она все равно такая же дута осталась. Тут как бы ничего не выкинешь. Одни салфетки просто убрала, и все. Хочу купить еще вот обложку для вот этих вот прав, ну, вот этих вот автоправ, не знаю, документов. Смотрела на Валбересе, но более бюджетные варианты. Все пишут, что они очень плохие, и очень много кто пишет, что в фикс-прайсе обложки для паспорта очень хорошие. Не знаю, сколько они, правда, там стоят, 100 рублей или 50 рублей. В общем, надо будет зайти в фикс-прайс. Ну, конечно, не сегодня. Ну и на этом буду заканчивать свое видео. Вот. Отправляюсь в гараж. Вас с собой, конечно, уже не буду брать, потому что вы вроде бы были там уже. Вот. Что хочу сказать? А, по поводу лайков. Если вам не трудно, то ставьте лайки в конце видео, да, вот до момента, как вы выключите, не знаю, кто там до конца досматривает, кто половинку досматривает. Мне подписчица написала, что если ставить лайк в конце, то их становится как-то больше. Я так понимаю, если ставить лайк в начале, то он, может быть, не засчитывается, я не знаю. Но если кому не сложно, ставьте лайк в конце. Все, не забывайте, всем пока-пока и хорошего настроения.